Всем доброго времени суток, девчонки. Такая кучка пришла. Сейчас буду вам показывать, что здесь. Здесь преимущество нежные цвета, поэтому давайте смотреть, что же здесь такое. Итак, давайте приступим. Я вроде говорю громко, но, девчонки, имейте в виду, что, возможно, будет звук немножко тише становиться. Если что, напишите мне под видео потом, надо будет громче или нет. Начнем мы с NACA Elite 50. Это вот такая пряжа. Смотрите, такие моточки. Так, и если мы сейчас достанем... Так, секундочку. Если мы сейчас достанем... А, легко достается. Вот такой моток. Такая это пряжа. Это 50-граммовый моток. В нем 125 метров. Крючки рекомендуют 3,5-4,5, ой, спицы, а крючок двойка. Это цвет у нас идет 28,92. И это 100% премиум антипилинг акрил. Хорошая ниточка, вот такая крутка, очень мягкая, нежная и не скрипит абсолютно. Подходит для вязания самым маленьким нашим деткам. Вот такая вот розовая, еще раз повторюсь, ниточка вот так скручена. В принципе, очень хорошо и очень аккуратно. А это цвет горчица. Вот такой он красивый тоже. А, такой вот там неприхотливый. И цвет это номер 1636. Это очень довольно-таки редкий цвет. Его нам никогда не попадается. Ну вот, нам повезло и его дали. Дальше я вам расскажу немножко вот этой пряжи. Это Ернард Виолет. Вот такие вот. Это одинаковый цвет. Скрывать я не буду, потому что она прям запаяна. Очень... О, подождите. В принципе, с уголочка можно будет взять. Потом подклею пакет. Вот такой моток. Смотрите. Вот она, ниточка. Видите, какая она красивая. Аккуратная. Цвет это 46-60. Вот. 50 грамм, 282 метра, 100% хлопок. Вот такая. Вяжут абсолютно все. А, платья какие-то, кофты, какие-то тунички, какие-то салфетки, скатерти. Пряжа довольно-таки неприхотлива. Любит, очень любит крючок. Любит вязание ажура. Крючок рекомендован здесь 2,5 и спицы тоже 2,5. Ручная стирка при 40 градусов. Можно гладить, парить, но не выше, чем температура 100 градусов. Запрещены отбеливающие средства и запрещена барабанная сушка. Вот такая эта пряжа, такой хлопок. Она очень мягкая, нежная. Прям приятно ее трогать. Вот такой вот хлопок. Вот. Сейчас, девочки, я вам расскажу немножко про пряжу Ернард джинс. Вот такая это пряжа. Средней крутки ниточка. Очень такая прям мягкая, уютная. В 50 граммах 160 метров. Здесь у нас 55% хлопка и 45% полиакрила. Цвет это 20-й. Это фисташковый. Очень редкий цвет у нас. 11-й. Его вообще сложно найти. Это именно фисташковый цвет. Очень красивый. Ну, это джинс, как он есть. Цвет это 68-й. И вот такой цвет. Это 76-й, голубенький. Красивый, детские цвета. Пряжа уже зарекомендовала себя. На рынке все мастерицы знают эту пряжу, особенно те, кто игрушки вяжет, пледы вяжет, вяжут, они знают эту пряжу. Вот. Вот эта пряжа, она подходит даже для машинного вязания, если кто не знал. То есть можно вязать на машине, в принципе, 5 класса вполне. То, что здесь содержится акрил, да, в этой пряже, это наоборот хорошо. Оно придает такую, как бы, скажем так, плотность пряжи, прочность, и изделия не теряют своего первоначального вида даже после многократных стирок. Вот, и изделия из Ернард джинса отлично сохраняют свой первоначальный вид.
что очень важно для вещей детского ассортимента. Вот этот цвет вообще классный на самом деле, прям нравится его трогать. А пряжа Ернард джинс, она мягкая, нежная, гипоаллергенная, прекрасно подходит детям, так и взрослым. Подходит для вязания летних вещей, демисезонных. Вот. И это оптимальная пряжа для создания ваших игрушек. На самом деле я вязала. Сейчас, кстати, покажу, что я вязала из Ернард джинс, чтобы вы знали. Вот, девчонки, смотрите, это баночка. И такой чехол в виде миньона, это все связано из джинса. Кроме вот этого, серый цвет у меня не было, и я связала из знака деним. Но хорошо вышло. Вот такой вот миньончик. Тут завязочки, то есть можно снять чехол, постирать. Штаны пришиты, если что. Ну, в смысле, что цельные. Единственное съемное, что здесь, это лямочки. Вот такой вот у меня вот миньон из этой пряжи. Ну, не будем вдаваться в подробности, что там лежит. Так что вот, джинс я вам показала. Пойдемте, теперь я вам покажу другой джинс от Газал. Еще один вот такой джинс. Это совершенно точно такой же, как и у Ернарда. Абсолютно такой же нежный. Такие вот три цвета красивые. Тоже в Турции. Только это компания Газал. 42% акрила, 58% хлопка. 50 граммах, 170 метров. Цвет 11-17. Такой цвет тоже красивый. 11-21. И вот такой вот небесный, скажем так. 11-09. Ну, она также подходит и деткам, подходит и взрослым, подходит для вязания игрушек. То есть она тоже хорошая, тоже интересная. Вот. Поэтому, девчонки, обратите на нее внимание. Вот такая вот эта джинс пряжа. Она также легко пропускает воздух, легко впитывает влагу, девочки. Так что имейте в виду, изделия не электролизуются. Благодаря хлопку оно хорошо держит форму, растягивается. Любит крючок, любит спицы, кстати, 3,5 размер у спицы крючка, поэтому возьмите на вооружение и можно ее попробовать. Такая прям, видите, у нее прям даже крутка такая же. Вот еще одну новиночку сейчас покажу вам от Газала. Это вот такая пряжа, девочки, это Газал Baby Love, 50 грамм, 115 метров и 45 акрила и 55% модал. Вот такая интересная пряжа, да? 4,5-5 спицы и 3 крючок. Чем-то кто-то скажет, что чем-то она напоминает джинс. Возможно, спорить не буду. Но она по своей структуре, по мягкости абсолютно отличается. Вот эта пряжа, она более мягкая. Вязать из нее одно удовольствие. Вот такая вот она красивая. У меня в руках цвет номер... 16-22, простите. 16-22. Я брала сыну на кофту. У меня ушла буквально 3 мотка. 3,5. Нормальная такая. Или даже 3. Вязала давно, поэтому уже точно не помню. Пыталась сделать обзор, но не пошло. Что-то у меня пошло не так, и обзора на нее не получилось. Модал — это тот же самый акрил, только красивым названием назвали. Это переработанное волокно. Оно придает пряже бархатистость, мягкость, дарит матовый благородный блеск. Вязаный трикотаж с модалом не электризуется и практически не мнется. Да, действительно, у меня есть образец, но сейчас его не найду, потому что он, не знаю, у нас ремонт, поэтому я не знаю, куда я его положила. Но я найду обязательно и, ну, новый свяжу, ладно, покажу вам. Вот. Практически не мнется, возьмите на вооружение. Также можно вязать игрушки, можно вязать деткам, можно вязать пледы. Собственно, она ничем не хуже другой любой пряжи. А на пробу можно взять и что-то повязать. Даже что-то для дома, подушки там, может быть, еще что-то.
спицы крючок. Я вязала кофточку спицами, в принципе, мне понравилось. Сейчас я вам покажу еще цвета. Смотрите, это изумрудный такой цвет, красивый. И цвет у этого по номеру цвета 1614. Вот такой это изумруд. Такой он красивый. Потом вот такой голубенький идет. 1613 цвет. Вот такой желтенький. Красивый такой лимончик. 1608. Такой вот он. Прям нежный-нежный желтый. И вот такой красивый цвет. Прям это редкий цвет, на самом деле он ходовой. И мне его никогда не давали. Тут вот положили, я очень рада. Вот, это 16-17 цвет. Такая вот пряжа, интересная достаточно. Так что можно брать и вязать. Сейчас я вам еще покажу, что мне на сдачу отсыпали от Газала. Та-дам! У нас давно не было такой пряжи, да, вот веселой, так скажем. Это Газал Baby Cotton 25-граммовые моточки. Сразу вам скажу цвета. Вот это 34-29. Такой вот он небесный, красивый. Вот этот шоколадный цвет. Я прям рада, что его дали. Прям очень рада. 34-55. И вот такой нежный розовый 34-11. Сейчас я открою упаковочку. Покажу вам. Смотрите, ниточка. Ну, Газал Baby Cotton, в принципе, не нуждается в представлении. Эту пряжу либо любишь, либо не любишь. Ну, третьего не дано. Поэтому, девчонки, вот такая вот она, нежняшка. Взяла, да, такие вот моточки маленькие. На игрушке удобно. Или какой-то декор. А, кстати, здесь состав вот такой, 50 на 50, акрил плюс хлопок. И здесь в 25 граммах 82 метра. Крючки спиц, 3-4 спицы и 2-3 крючки. То есть можно на какие-то декоры брать. Так удобнее знакомиться с пряжей, я считаю, когда она в таких маленьких моточках. На игрушки удобно. То есть если мне нужны на волосы, да, там я возьму один моток и все. И мне больше не надо, в принципе. Или что-то еще там связать. Деткам маленьким тоже удобно брать. Плюс удобно брать, если какой-то плед. Нужно тоже какие-то вставки сделать. В общем, я считаю, такие маленькие моточки тоже нужны. Поэтому они у меня теперь есть. Пока три цвета, но они есть. Вот, подходит для вязания мая, кстати, на лето. Крючок спицы пряжа любит, не цепляет. Ну, я еще раз повторюсь, что эту пряжу либо любишь, либо не любишь. Третьего не дано. Газал, кстати, довольно-таки известная фирма, поэтому, я думаю, вы ее уже видели и что-то из нее вязали. Если что-то вязали, жду ваших отзывов. Ну, как-то так. Ализе у нас давно не было и в ближайшее время, возможно, не появится. Ждем. Чего ждем, не знаю. Ну, посмотрим, не будем загадывать наперед. Это Ализе было. Такая упаковочка мне предложили, она оставалась одна, больше никаких не было. Естественно, я взяла 100% хлопок. Такая вот она, довольно-таки тоже интересная. 21-26 цвет, в 50 граммах 180 метров. Спицы 2-4, крючок 1-3. Вот такая вот она, самодостаточная пряжа, из которой можно вязать все, что хотите, в принципе. На лето, демисезон, деткам, себе, неважно. Кстати, можете и майку себе связать, будет хорошо. Не надо узоры, простую, гладь и хорошо. И у вас обновочка. Вот такая вот у меня есть пряжа теперь. Нака Natural Baby. Вот такая вот она. Смотрите, мятный цвет какой. Красота нежная. Мне нравится, что у этой пряжи есть крепление. Потому что можно, в принципе, вязать просто лицевыми, изнаночными, и у вас будет красивое ровное полотно, и уже, в принципе, ну, как бы украшено, да, скажем так, грубо. 100 грамм 225 метров, спицы 3-4, крючок 2,5, цвет это 116-23. Здесь у нас содержится 10% бамбукового волокна, 14% хлопка и 76% премиального акрила. Но я вам скажу, такое достаточное количество акрила, при этом она не скрипит. Она прям мягкая.
Нежняш. И еще у меня есть красивый цвет. Да. Сейчас я его вам покажу. Ну вот что вы скажете по поводу этого цвета? Ну не прелесть ли? Посмотрите. Связать себе кофточку, при этом просто лицевыми, и все. Или связать плед, или связать подушку. Ну, в общем, что ваша там фантазия нафантазирует. 47-37 цвет, такой синий, с такими белыми вкраплениями. Так что, девчонки, кто-то так начинает, смотрите, она самодостаточная, узоров не требует. В принципе, хорошо держит узоры. Вот она нить, вот такая крутка у нее. Видите? В принципе, хорошая ниточка. А, наверное, я сяду и свяжу образцы вообще со всей пряжи и просто вам их все покажу. Посмотрю на свое поведение и как у меня будет со временем. Вот такая вот она. Вяжу тоже все. Абсолютно. Кардиганы, джемпера, худи, пледы, подушки. Ну, я не знаю. В общем, все, что душе вашей угодно. Деткам можно вязать, потому что она мягкая, нежная. Да, она абсолютно не скрипит, поэтому обратите на нее внимание. Ну что, девочки, вы готовы увидеть это великолепие? Это с люрексом, а это без. И оба эти цвета постоянно где-то лазят, и мне не достается. Ой, не знаю. Сегодня прям буйство нежнейшей. Посмотрите, с люрексом. Это Yarnart Flowers. Moonlight. Красота же. А то. Так, цвет 32,90. 53% хлопка. 43 полиакрила. 4 металлика. Вот он блестит. Ненавязчиво. Причем блестит так красиво. 260 грамм, 1000 метров. Спицы, крючки, все любит. Я думаю, не надо вам рассказывать о достоинствах данной пряжи. Смотрите, как мерцает. Жалко, что только две упаковки было, больше не было. Ну ладно, может, лотерею запущу, не знаю, посмотрю еще. В Инстаграме давно не было, надо девчонок побаловать. В общем, это вот такой цвет с люрексом, и взяла еще без люрекса. Сейчас я вам покажу, вот такой нежный. Тоже с нежными цветами вообще у Flowers надо быть, так сказать, начеку. Не взяла ты, все, больше не досталось. Поэтому я взяла. Это вот такой цвет, красивые переходы. Можно вязать снаружи, можно вязать внутри, как нравится. Обычно вяжут с центра. И цвет это 281. Она без люрекса, точно такой же состав, только без люрекса. Красота, скоро лето. Дома тоже надо выглядеть красиво, презентабельно, я считаю. О, красотища же. Сейчас, девочки, я вам покажу последнюю красоту, так сказать. Так что пусть он у вас пока померцает тут перед экраном. Сейчас я дотянусь и покажу вам красотищу. Та-дам! Это папирус. Фибра Натура. Два вот таких нежных цвета. Будем вязать майки. 229,14. И цвет это пудровый такой. 229,05. Так, папирус вообще как раз подходит для майк вязания. Для каких-то вещей, кофточек. Кофточек, да? Так, что-то не могу вскрыть, подождите. Я себе, кстати, тоже взяла в прошлый раз. У меня сиреневый цвет. Я жду, когда Леся начнет вязать майки. Буду вязать майку себе. Вот такой состав тут. Смотрите. Шелк. 22% и 78% хлопка. Но она прям такая, прям ух. Прям классная. Вот такая у нее крутка. Смотрите. Крючок, спицы, все она любит. Неприхотливая дама. Вот такая вот она. 50 грамм, 120 метров. Такой цвет. И синенький я вам показала. Можно даже скомбинировать и что-то еще сделать. Так что вот, девчонки, вот такая пряжа у нас сегодня была. Я вам все показала, все рассказала. Поэтому до новых встреч. Не забывайте подписываться на мой канал.
ставьте колокольчик, чтобы быть в курсе всех событий. Все, девчули красотули, пока-пока.